Американский танк М3, разработанный в 1940 году, активно поставлялся в Советский Союз по ленд-лизу. В 1941-1942 годах эти машины использовались очень активно в битве за Москву, в боях под Ржевом, под Сталинградом. Межрегиональный благотворительный общественный фонд поддержки военно-патриотического воспитания молодежи и оказания помощи ветеранам Великой Отечественной войны «Жить и помнить» создан в январе 2003 года по личной инициативе и непосредственном участии Топоркова Михаила Николаевича и осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим в Российской Федерации законодательством. Основными задачами фонда являются поддержка военно-патриотического воспитания молодежи, оказание помощи ветеранам Великой Отечественной войны, увековечивание памяти воинов, павших в годы Великой Отечественной войны за свободу и независимость нашей Родины. В 2003-2014 годах Межрегиональным благотворительным общественным фондом «Жить и помнить» проделана значительная работа по военно-патриотическому воспитанию молодежи. Фонд принимал активное участие в многочисленных мероприятиях военно-патриотической направленности в различных регионах Российской Федерации.